Чисто сердечно признаю, я без физического и психологического воздействия хочу сообщить о совершенных мной преступлениях. В городе Екатеринбурге я убил молотком и топором, после чего забрал у нее деньги около 12 или 13 тысяч рублей. На следующий день уехал в Челябинск. Оттуда уехал в город Каменск-Уральск. Там совершил насилие в квартире над малолетней девочкой.